«Счастливая мама, счастливый ребенок». Именно под таким девизом стартовал запуск первого в Казахстане кинотеатра для мам с детьми «Киноясли». А инициировали столь прекрасную идею сеть кинотеатров «Кинопарк» и компания «Агуша». Ведь именно они преподнесли такой замечательный подарок прекрасным мамочкам. Я просто с удовольствием наблюдаю за этим проектом, потому как формат абсолютно новый. Мне очень нравится эта идея. Я думаю, что если бы эта идея была в те времена, когда моя дочка только родилась, я бы была самым завсегдатым гостем данного кинотеатра. Мамочкам действительно очень сложно сидеть дома, очень сложно найти человека, с которым оставить малыша. Многие мамы боятся оставлять малыша, поэтому... А выйти все равно хочется. Мамы же, они не закончилась их жизнь на том, что они стали мамой, жизнь только началась, и поэтому я думаю, что формат настолько подходящий для мам, что будет пользоваться огромным спросом. Просторный, удобный зал, мягкие кресла и огромный экран. Все новенькое и свеженькое. И пока детки убаюкиваются под нежные мелодии колыбельных, мамочки в наушниках наслаждаются просмотром долгожданных киноновинок. Интересно, что же об этом новшестве думают звездные гости? Я эгоист немножко, поэтому я хожу в кино, бывает, один, Олеся сидит с сыном дома, поэтому это, наверное, вопрос к Олесе. Я думаю, это будет очень полезно для мамочек, они очень оценят, потому что, на самом деле, ну, большую часть времени ты с ребенком, и поэтому, в принципе, сходить в кино, посмотреть любимую долгожданную премьеру, когда тебе никто не мешает, никто не дергает, или там через 20 минут после начала они говорят: «Мама, пойдем домой», я думаю, это супер. Недавно в соцсетях был один опрос у одного блогера о том, что мамы с детьми очень мешают в кинотеатрах. И он даже писал так немножко гневно: «Оставляйте своих детей дома или не ходите пока туда». Ну, я считаю, что это не очень правильно, потому что мы тоже люди, нам хочется быть в тренде, хочется быть не только мамами, но и общаться, быть где-то в обществе. И я думаю, это будет пользоваться очень большой популярностью, потому что сейчас мамы очень активные. Всем хочется где-то быть постоянно с детьми, и хочется совмещать и веселую жизнь, и жизнь мамы. Поэтому я думаю, мамы с удовольствием поддержат этот проект. Я вообще киноман, я люблю любое кино, от комедии до мелодрамы и так далее. Тем более у меня мальчики, они будут смотреть, наверное, различных «Мстителей» и других «Марвел». Мы будем ходить все вместе. Ну и либо я буду ходить на мелодрамы и их оставлять в яслях, почему нет? Кстати, малышам постарше здесь тоже будет очень интересно. Они здесь заняты совсем другими делами, а именно играми и весельем в яркой и красочной детской комнате. Я думаю, что киноясли – это очень замечательная идея. Я слышала недавно, что в мире давно уже есть такие кинозалы для мамочек. Это прекрасно, потому что у меня сестра с маленькими детьми, и невозможно ходить в кино. Ну, то есть, получается, мать после родов там несколько лет не может ходить в кино. Я думаю, что это замечательно, прекрасная идея. Я очень рада, что «Кинопарк» впервые ввел такое нововведение, и уверена, что оно будет пользоваться большим спросом. Мы тоже уверены, так что, дорогие мамочки, теперь и вы можете с комфортом ходить в кино и наслаждаться просмотром любимых фильмов.